Я сейчас очень счастлива. Я еще не надеялась на то, что у меня вообще может быть виза, а мне дали ее с легкостью. Я научилась много чему. И я думаю, что наша дружба продлится очень долгие годы. Я на это надеюсь. И я думаю, что ваша помощь, я буду прибегать к вашей помощи всегда, как только у меня будет появляться хоть какой-то вопрос, потому что вы доказали делом. То есть одно, конечно, дело вливать в уши, снимать деньги. Тем более, что, честно сказать, я не считаю, что ваши услуги такого уровня, и во всех отношениях, по-человечески, профессионально, это не такие большие деньги. Если бы я знала, что вот так вот ко всему этому приведет, вот к такому результату, то я согласилась бы заплатить намного больше. Просто прийти, выступить отлично, и так все и вышло. Но это опять-таки все благодаря вам, потому что у нас состояние, вот, Саша, были вообще. То есть это ваша работа. Во мне говорила ваша работа. Но сейчас, да, спасибо большое. Я всем советую обращаться в виз-офис. Я клянусь вам, что это крутые ребята.